выборы, которые изменили мир. В 1974 году во Франции закончилась эпоха многолетнего правящего тандема. Скоропостижно скончался Жорж Помпиду, преемник основателя Пятой Республики Шарля де Голля. Не дожидаясь похорон президента, функционеры партии власти начали борьбу за его место. Фаворитами считались бывший премьер Жак Шабан Дельмас и главный оппозиционер страны, социалист Франсуа Миттеран. А лидер маленькой партии независимой республиканцы Валерии Жискар д'Эстен казался аутсайдером. Однако интриги внутри партии де Голля потопили всех остальных кандидатов, и победил именно Жискар д'Эстен, молодой, интеллигентный и так не похожий на своих соперников. При нем поменялся внешнеполитический курс Франции. Именно Жискар д'Эстен дал согласие на размещение в Европе американских ракет и отменил принцип «Франция для французов», в результате чего в страну хлынул поток жителей бывших колоний, и это навсегда изменило лицо Европы. Выборы, которые изменили не нас.